have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, там непонятно что, лягушки, не лягушки, я без понятия, что это, лодка, греби, а как, F, спасибо, человек отправляется в плавание. His only wish is for his female companion. Его единственное желание, чтобы его партнерша оказалась сейчас рядом. Он поглощен ужасным чувством вины. Он вовсе не из-за тех зверств, что он совершил по отношению к другим конкурсантам. Нет. А лишь потому, что его партнерша всегда мечтала о романтической прогулке на лодке. Такой возможности не представилось. И сейчас, глядя на свое отражение, на удивление чистой канализационной воде, человек предается рефлексии. Никогда он еще не воспринимал свое отражение как что-то столь чуждое. Это голос ворона. Проплывая мимо бессмысленной огромной статуи крокодила Фрэнка, он думает, кстати, да. Если на свете хоть кому-то не все равно, как он справится со своей ролью в шоу. Пожалуй, нет. Но рыжему человеку не все равно. Не все равно, выйдет ли он победителем или нет. Не все равно, получит ли он разрешение на пересечение стены. Не все равно, сможет ли увидеть свою женщину, которая то и дело тараторит. Ему не все равно. Но он понимает, что должен перестать бороться с самим собой и принять роль, которая ему уготована. Он знает, что отражение, которое предстает перед ним сейчас, отличается от того, которым привык видеть. Знает и то, что его партнерша тоже заметит это изменение. Все это тревожит его. И тревога эта смешит меня. Там просто на подпорочке внизу было написано F. Сейчас. Спасибо. Ну что ж, там вроде что-то квакает, крякает, не знаю, посмотрим. Просьба всем следовать в зал для голосования. Я тебя понял. Перепрыгнуть же я тоже не перепрыгну, да? Да, тут слишком далеко. Ну, поехали сюда. Там есть лифт, там как-то что-то можно. О, здорово, время голосования. Нет же ж! Тварь подставил меня. Шесть ноль. Но. Мои поздравления. Это все? Да. Вот так жесткая посадочка, ну это да. Почему ты не хочешь голосовать за синий, Джо? Это Джо. Нам нужны перемены. Но перемены могут быть и к худшему. Разве синий не сделал твою жизнь лучше? Стабильность. Синий. Синий защитит нас от агрессоров, помогает нам комфортно жить.
Плюс, да, знаю я, но дела все еще идут плохо. Джо, кстати, дело говорит, если что. Я бы хотел пройти. Ага, чао. А что за черт? Мои поздравления. Что ты в тренингах, что тут делаешь? Убирайся. А оно само, кстати, едет. А, мне... Хотел сказать, мне тут можно пройти. Да ну нет! Ой, ну чё ж то... Мне надо к красному лифту, я понял. Я не понял пока что, как это сделать. Любой, кто приезжает сюда, он голосует типа за синий. Мне бы тут еще, кстати, что-то сделать. А, погодите, я понял. Давайте сюда. Что мы тут делаем? Я слышал, ты хочешь голосовать за красный. Иногда нужно что-то менять. Перемены опасны. Да, это же просто. Да это же просто цвет. Не для них. Они охраняют этот путь. Да черт с ним, так быть не должно. Может, моя роль в том, чтобы тебе помочь? Может, твоя роль не лезть в чужие дела? Что? Не помогай, Джо, это твоя игра. Джо мой друг, так что я ему помогу. С кем разговариваешь? Ни с кем, пошли, я тебе помогу, дружище. Тупой человек. Я быстрее сказал. Но он сразу побежал. Похоже. Да, застряли. Ах, черт, похоже, тупик. Дальше не пройдем. Не волнуйся, Джо. Дай мне подумать секунду. Ага. Ах, вот оно что. Джо, постой на этой кнопке. Долечу? Да, долечу. А, нам уже засчитали, что мы внизу? Окей, окей, круто. О нет, дверь закрыта. Ну сейчас мы ее откроем, погоди. Дальше пути нет. О, я руками отбился от стенки, прикольно. Туда надо кого-то скинуть, видите? Или нажать какую-то кнопку, или кого-то скинуть. Черт, ладно, посмотрим. Ящик. Пережить это тебе придется мыслить нестандартно. Тише отсюда. Мне вон ту деваху надо сюда скинуть, да?
Вижу кнопку, понял. Так, хорошо, попробуем таким образом. Мне нужно, чтобы кого-то заживало там внизу. Я чуток сделал потише, не знаю. Мне кажется, просто очень по ушам музыка била. Вот для чего мне это надо было. Эта штука двигается. Я знаю, что мне надо сделать. Я знаю точно, что мне надо сделать. Мне надо сделать вот это. Жестоко. А ящик не всплыл, да? Или всплыл? Я не заметил. Ребята, я не заметил, ящик всплыл или нет. Ящик-то железный. Мне его надо толкать было дальше. Его надо было толкать дальше, а потом с него... Так, отсюда. Нет, не могу. Мне нужно понять... Погодите, мне нужно понять, сколько мне его надо протолкать, докуда. Вот я сошел с кнопки. Раз, два, три, четыре. Это я попадаю, а если чуть-чуть назад его? Уже не попадаю. 4 секунды надо толкать. 4 секунды я боюсь, что не успею. Сейчас попробуем. Это выглядит очень сложно. То есть до лестницы я в любом случае не успею добежать, а вот дотолкать ящик и с ящика запрыгнуть наверх, это, по-моему, мой единственный шанс. Раз, два, три, четыре. Ну я же... буквально миллиметра не хватило. Сейчас, ребят, погоди. Так, ладно, ребятушки, продолжаем с этого места. Я так говорю, потому что сегодня уже другой день. Сегодня уже не тот же самый момент. Я там потыкался, поныкался. Понял, что я просто перегорел. Решил отложить на второй день. На второй день я чуть-чуть попробовал, что-то меня бомбануло, это не получается. И тогда я просто стал думать над этой ситуацией, что и как, что можно сделать. У меня сейчас появился план немножечко поменять концепцию. Посмотрим сейчас, как это будет работать. То есть до этого мы с вами пытались подвинуть ящик. Так, успокойся, я случайно капс нажал. Подвинуть ящик, а потом уже запрыгнуть в него, потом залезть наверх. А что если? Сейчас мы с вами кое-что сделаем. Вот так вот мы с вами сделаем, но выключать это не будем. Сейчас, надо главное... Вот, ящик подвинуть сразу. Теперь проверяем, что с него мы можем залезть. Хорошо.
Теперь сами держим эту кнопку чертову. И теперь ее отпускаем. Теперь, блин, залазим. Фух, да, это сработало. Я не знал, сработает это или нет, но... Так, все, можем... Ты только что скинул розу в воду? Ну... По-твоему, это нормально? Ну... Не совсем, но нужно продолжать двигаться. Ты же не хочешь проголосовать... Ты же хочешь проголосовать за красный? Чтобы чего-то достичь, приходится чем-то жертвовать. Например, розой. Так-то он так, но это слишком ли... Не слишком ли велика цена? Впрочем, не будем об этом. Пошли. Ну, поехали. Тут хватает таких замудренных загадок. Я с этим уже сталкивался не один раз, но в этот раз... Я сюда запрыгнуть не могу. Ну-ка. Нет, не могу. В этот раз прямо у меня заняло пару дней. А, это я должен... F? Да, F. Не, хорошо. В этот раз у меня прям так чуть не пригорел. А теперь тут вообще закрыто, не то чтобы... Я понял. Хорошо, поехали дальше. Голосуйте за красное, голосуйте за синее. Давай посмотрим. Так. Чувак, со мной не хочешь подойти? Спасибо. Чуть без него не уехал. Знаешь... Я не получаю от этого удовольствия. Но они меня заставляют. Я всего-то хочу видеть семью. Так что у меня не было выбора. Но... Ты прав. Выбор всегда есть. Но мы продвинулись дальше, а с Розой все будет в порядке. Ну, кроме того, что ее заживало. Никто не умирает на телешоу. Мне кажется... Да уж... Шиноперебиваемые костюмы и респираторы для дыхания под водой сильно помогают в этом. Но все же, так использовать людей, ну, нехорошо. Получается, мы два голоса за красный, да? Который сейчас перевесит в сторону красного. Быстрее? Почему? Проголосуем, пока нас не заметили. Подождите меня! Стоять! Настрое пронесло. У нас ничего не выйдет. Мы слишком тяжелые. До свидания. Эй! Что ты наделал? Мне пришлось, Джо. Или он, или мы. Я тебе помог. Ты себе помог. Ну все. Я с тобой больше не разговариваю. Джо! Я, кстати, так и не понял. Другого выхода не было. Это я его скинул, то есть я жал в ту сторону, но я не знаю, это обнаружено нарушение. Это случилось автоматически или нет, я не в курсе. Немедленно проследуйте в комнату допросов. Неблагодарный гад. Так, ну посмотрим. Выход. Я там не мог уже ни прыгать, ни бежать, ничего. Так, третий эпизод закончен. А, окей, мы здесь получается. Ну поехали. Глядите-ка на него. И что? Походка в развалочку, будто он тут хозяин. Изгой-любитель красного. Я говорят, он и не рыжий вовсе, он просто волосы покрасил, чтобы выделиться. Да, ставьте вы его в покое. Мне интересно под... Его? В покое? С чего бы это? Он другу помогал. А, да, этому типу Джо. Мне он никогда не нравился. Может, они дальтоники оба? Если он дальтоник, зачем ему волосы красить? Кстати,
Тут рассуждения пошли. Может, он просто псих? Точно, иначе почему бы каждый день на проверки вызывают? Ну... Тихо, вот он стоит неподалеку. Так, блин, я вообще-то все это время стоял, вас слушал. Притворитесь, как будто кто-то шутку рассказал. Ага. Бежать могу? Могу. Я упал? Что это было? О чем ты? О том, что ты меня толкнула. Да? Может, перестанешь тянуть скелеты из собственного шкафа? Что? Ну... Я думал, я вообще поскользнулся, но ладно, меня толкнули, так толкнули. Ой, блин, сейчас опять будет эта фигня с пропуском. Кстати, у нас над кроватью висит портрет, ну, фотография, видимо, нашей девушки, что ли, от которой мы так много говорим. Стыд! 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 Сверху надписи. Так, стоять на месте. Тебе придется проследовать со мной. Что я сделал, офицер? Кончай задавать вопросы и следуй за мной. Сейчас. Да иду и иду, угрозы ни к чему. Врать не буду. Ситуация паршивая. В какой-то момент, в какой момент ты понял, что Джо дальтоник? Что? Ты тоже не различаешь цвета? Какого фига? Я буду с тобой максимально честным. То, что ты сейчас скажешь, решит твою судьбу. В смысле, сэр? Ты дальтоник? Нет. Когда ты столкнул того конкурсанта, что ты почувствовал? Ничего, кажется. А после? Не сильную боль в пятке. А сейчас что чувствуешь? Кажется, я растерян. А что ты думаешь о Джо? Не знаю. Все еще считаешь его своим другом? Не уверен, что он хочет быть моим другом. Отвечай на вопрос. Наверное, нет. Ты бы стал снова помогать Джо? Я не стал бы. Хорошо. Иди отдохни. Завтра день мороженого. Отведите его в комнату. Торг на повышение. Следующая глава. Это конец. Твоего дня, в смысле. Мы тебя отведем в комнату. Да шевелись, босоногий. Ну, и я сейчас не... А, нет, я управляю. Так сказать, я сейчас не управляю. Слава вождя освещает нас. Ну-ну. Да ладно, даже не начали ныть про пропуск. Внимание, проследуйте в ближайшее убежище. Ёпарасете, что? Нормал, а тут что? Инсейн? Да, нет, мне, наверное, нормал, спасибо. Ух, пронесло. О, ёлки, вы чё?
Подождите. Уровень радиации может достигать. Я не успел, спасибо. Не сначала же? А зачем вот... Извините, а что я должен... Мне нужно как-то подгадать момент? Нет, меня огнем убивает, я не могу чуть-чуть наперед пробежать. Вот что мне нужно было. Фух, еле пронесло. Я так понимаю, что этот пар тоже не особо на мое здоровье хорошо повлияет. Не сбо... Ладно, нормально. А, да... Да, я отошел же. Я думал, там надо перепрыгнуть. Блин, я не могу текстурки различить. Погоди. Тут ты будешь... Да, это я туплю, если что. А, серьезно? Никакой обувочки нету случайно. Какой трындец начался. Я понял. Что происходит? Да? Тут ничего нету. Вроде ничего. Ну быстрее же вниз же, пожалуйста же. Да. Да. Да как меня ошпарило-то? Я понял принцип, но... Все, живой. Сюда мне не надо никак случайно. Так, чего там? А зачем? Понял. Тут меня не убьет? Убьет, конечно, чё ж. Чё ж не убить-то? Хорошего человека, да? А, видите? Там значок up, если что. Это будет сложно. Это будет сложно. Да, тут тоже стоппер есть, хорошо. Сюда мне не надо. Это я так Эй, мужик! А? Так понимаю, это какой-то бонус. Ты откуда взялся? Я тут живу, мужик. Тогда извини, что без спроса.
Тихо, мужик, они слушают. Кто? Они все видят. Они везде. Так кто? Шш, слушай. Я ничего не слышу. Не думай, мужик, иначе они украдут твои мысли. Кто они-то? Они подменили пола и тебя подменить могут. Просто поменяют коды, все. По-твоему, мы в какой-то симуляции? Симуляции? Нет, мужик, ты даже не представляешь. Во что мы играем? Они управляют тобой, они все, всем тут управляют. Но не мной. Ублюдки сраные. Видишь, меня не запикали. Бредятина какая-то. Но никто не управляет. Чувак, как бы я управляю тобой. Ха, твое тело пересоздавали уже 174 раза. Короче, можешь надеть мои ботинки. Вот. Откуда ты знаешь, что мне нужны ботинки? Ну, я же не слепой. Ботинки тебе сильно пригодятся в конце. Спасибо, приятель. Окей, попробуем одеть. Черт, не подходит по размеру. Просто держись подальше от химиотрас. Мы пережили ядерную войну, химиотрасы меня не пугают. А война? Кто бы мог подумать, что она начнется в аэропорту Денвера. Все, уходи, я возвращаюсь в тень. Время, йоу-йоу. Время йо-йо, видимо, а не время йоу-йоу, но это мой вольный перевод такой небольшой. Ха-ха-ха, это местечко. Ну что ж, теперь мне типа нужно этот ящик попробовать дотолкать в обратную сторону. Это очень крутая пасхалка. Ну, не знаю, насколько это пасхалка или секретик. Стой, стой, стой. Нормально, теперь нужно туда. Да вы издеваетесь. Я понял. Мне это засчитают или нет? Где? Короче, ладно. Тогда с этого момента продолжим даже уже дальше. Эта серия получилась и так очень рваная, но получилась довольно интересно. Надеюсь, мне то место засчитали. В общем, ладно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодыши. Всем покеда.